Приветствую вас, друзья. Итак, прошло 7 дней очищения. Вы выдержали неделю условного выкладывания, и я вас с этим поздравляю. Вы большие молодцы. Осталось еще каких-то 3 дня, и наш этап условного выкладывания будет закончен. Я думаю, что сейчас уже ни у кого нет сомнений, что курс очищения организма – это, в общем-то, несложная вещь. Она абсолютно доступна для понимания и для самостоятельного выполнения, если все делать грамотно, по уму, без фанатизма, внимательно и прислушиваясь к своему телу, что с ним происходит. Сегодня мы должны с вами обсудить одну проблему, которая возникает обычно вот на этом этапе, когда проходит одна неделя очищения. И тут человек сталкивается с такой проблемой, что вес встал. Эта тема особенно касается тех, у кого много лишнего веса. Но таких большинство, поэтому я не могу об этой проблеме не порассуждать. Первая неделя – это как раз тот промежуток времени, когда очень активно уходит вес. Многие обычно говорят как? Ну, это вода уходит, вода уходит. И на самом деле это не важно, что уходит. Вода уходит, или жир растворяется, уходит, или это тело начинает питаться своими шлаками, и шлаки уходят. На самом деле это совершенно не важно. Не важно, что именно уходит. Уходит все лишнее. Уходит то, что не нужно. Где-то какие-то, да, застои были, да, действительно были отеки внутри, вот эта ненужная скопившаяся жидкость. Самое главное, что процесс идет. И снижение веса – это как раз и есть подтверждение тому, что идет процесс очищения организма. Проходит неделя, и вдруг, бац, вес встает. И вы сразу хватаетесь за голову. Что случилось? Что я делаю не так? Это сакраментальный вопрос всех очищающихся, когда у них встает вес. Что я делаю не так? Дорогие мои, я вас хочу успокоить. Вы все делаете так. Если вы действительно идете по нашим правилам, вы все делаете так. И то, что вес встал, он имеет на это полное право. Давайте я вам объясню, что такое процесс очищения. Это элиминация, это вывод шлаков и токсинов, это выведение из организма всего ненужного, в том числе и того, что задерживало ваш вес, да, то, что не давало ему возможности снижаться, то, что нарушало обмен веществ. В общем, это выведение всех лишних отходов. И в первую неделю это выведение идет очень активно, потому что организм этого очень долго ждал. И на это уходит довольно много сил у организма и энергии. То есть вам может казаться, что ничего не происходит, но на самом деле ваш организм очень усиленно работает по выводу токсинов и шлаков и тратит на это много сил и энергии. Давайте будем рассуждать логически. Вот если вас заставить очень активно работать, вы сможете работать без перерывов, без выходных, без отпуска? Вряд ли. Почему же тогда ваш организм должен работать без перерывов, без выходных и без отпуска? Он и так уже целую неделю очень хорошо трудился и активно выводил шлаки и токсины. И вот настал момент, когда он имеет полное право передохнуть. И отсюда мы должны сделать главный вывод. Очищение – это процесс волнообразный. Запомните эту фразу навсегда. Запомните ее как дважды два. Очищение – это процесс волнообразный. Ну, то есть, если показать на графике рукой, это будет выглядеть вот так. Это не линейный процесс, да? Это не процесс вот такой, когда все там под горку. Такого просто быть не может, потому что наш организм человеческий – это не машина, не железный робот. Это живая система, которая нуждается как в отдыхе, в перерыве, да, так и в какой-то активности. Поэтому сейчас настал момент, когда ваш организм просто
вошел в естественную стадию, ну, как говорят, плато, да, но плато это больше к диетологии относится. Будем говорить так, в естественную стадию передышки. То есть он очищался, да, там вес уходил, все шло прямо на подъеме. Теперь он немножко устал, и он теперь немножко отдыхает. Дело в том, что сам по себе процесс элиминации вывода шлакофитоксинов, он не может идти все время с одинаковой скоростью. Эта скорость всегда разная. То она высокая, то она низкая. То процесс ускоряется, то процесс замедляется. Это физиологическая особенность процесса очищения. Запомните это. В этом нет ничего неестественного, в этом нет ничего неправильного. Очищение всегда проходит с волнообразностью. Помните, в одном из начальных уроков я вам говорила, что когда идет обострение какого-либо заболевания во время УГ, то это обострение обычно такое точечное. Вот заболела, отпустила. Заболела, отпустила. Такого нет, что прямо вот заболела и болит, 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 не переставая. Не бывает такого. Обычно заболит и отпустит. И вот это как раз и есть показатель волнообразности. Вот так волнами идет очищение. И то же самое касается снижения веса. Организм не умеет все время снижать вес. В конце концов, это даже, я бы сказала, опасно. Это опасно все время вот так отдавать, отдавать и отдавать. Что-то надо и себе оставить. Сначала оставить, а потом разобраться, немножко посмотреть. А что бы там, что надо разобраться, да, что у нас осталось. Что нам оставить, что нам еще пригодится для чего-то. А что снова выводить. Поэтому, пожалуйста, относитесь вот к этой стадии, когда вес замирает, спокойно и естественно. Так и должно быть. Бывают редкие случаи, когда даже вес подскакивает на условном голодании, что человек ничего не ест. Но это бывает редко, а чаще бывает просто либо его остановка, снижение, либо начинается медленный уход. То есть если сначала прям там чуть ли не по килограмму в день уходило, то сейчас может уходить и 200 грамм, может и 100, 300. Мой вам совет. Не циклиться на этом. Это не тот показатель, за который надо прямо вот цепляться, да, вцепиться в него и делать выводы только из этого показателя. Нет, нет и еще раз нет. Очищение идет в любом случае. Даже если вы видите, что вес замер, очищение идет в любом случае, и вы это будете видеть. Что выливается в унитаз? Как оно пахнет, да? Что там в унитазе, что выделяется из пор кожи, как оно пахнет, что у вас на языке, что вы счищаете каждое утро с языка, как оно пахнет, что у вас из лор-органов выделяется и так далее, и так далее. Процесс очищения идет все равно. И он тоже может быть то ярко выраженным, то слабо выраженным. Но как бы там ни было, если у вас отсутствует твердая пища, если у вас нет процесса пищеварения, то процесс очищения идет в любом случае с той или иной скоростью, с той или иной эффективностью, но он идет все равно. И не надо желать от него невозможного. Не надо требовать от себя чего-то сверх того, что может дать ваш организм. Вот может он вам сегодня столько выдать минус килограмм, значит, спасибо на этом. А может вам он выдать вот такие-то и такие-то симптомы очищения, низкий ему поклон, большая благодарность, что он это смог. Тревожиться и беспокоиться надо только в одном случае. Я вам уже говорила об этом. Если у вас совсем нет сил, если вы полностью обессилены, энергия вообще на нуле, вот тогда нужно беспокоиться, что вот тогда вот точно что-то идет не так, и надо это прекращать. А в других случаях, если все у вас с вами нормально, ну вот вес встал, понимаете, да? Все нормально, так и должно быть. Во всяком случае, это происходит практически со всеми.
Хорошая новость заключается в следующем. Я вам приведу пример из своей практики. Это была самая первая моя практика, 2016 год, когда у меня было 78 килограмм веса, а за первый курс очищения 3 недели я потеряла 9 килограмм веса, а за последующие 2 месяца сыроедного выхода я потеряла 11 килограмм. То есть, что происходит? Происходит ровно то, что наше тело, наш организм умеет очищаться не только на условном голодании, но еще вот на таком специфическом виде питания, как сыроедение. Мое сыроедение было тогда намеренным. Я намеренно делала его длительным, и оно не было для меня трудным, потому что это было лето, и было очень много в доступе свежей пищи, сырорастительной пищи разнообразной. Возвращаясь к нашей сегодняшней ситуации, да, мы еще пока о выходе не говорим, мы пока еще находимся на условном голодании. Значит, возвращаемся к нашей ситуации, принимаем остановку веса как естественное, нормальное явление, не бьем тревогу по этому поводу. Потому что каждый раз, когда вес встает, примерно в эти дни, чат взрывается. Чат взрывается возмущениями. Что происходит? Почему встал вес? Я все делаю так, как положено. Почему встал вес? И вот надеюсь, что теперь у вас не будет возникать вопросов, почему встал вес. Встал, потому что так надо, потому что это необходимо. То, что вы сейчас находитесь на условном голодании, и через 3 дня оно закончится, и там будет выход, а потом будет питание, это не означает, что вы прекращаете совсем очищаться, и что потом будет все плохо, и ваш вес будет снова расти. Если вы будете делать все правильно, то вес будет иметь тенденцию к снижению в любом случае, если он у вас лишний. И здесь может быть другая ситуация, когда лишнего веса нет, когда человек заходит на условное голодание с целью оздоровления, но не с целью снижать вес. А здесь ситуация немножко иная. Дело в том, что организм, он устроен очень умно, очень мудро. Он никогда не отдаст то, что ему нужно самому. Вот если есть много лишнего веса, да, много жира ненужного, шлаков и токсинов, он будет их отдавать, и вес будет уходить. Но если этого лишнего веса нет, если и так, извините, там, в чем там душа держится, да, штаны спадают, то много тела не отдаст. Даже можете не сомневаться. При низком весе может быть изначально там какой-то резкий уход 1-2 килограмм, максимум 3, но потом вес остановится в любом случае, и он опять же не будет снижаться до бесконечности. Если у вас там вес 48 килограмм, да, но до 45 он, может быть, опустится, а дальше он снижаться не будет. Но для тех, у кого низкий вес, для тех, конечно, отдельная история, им я вообще не советую делать длительные условные голодания. И вот эти вот 10 дней – это вообще максимум для них. Вот, можно даже делать меньше, если вес уходит до той цифры, которую уже не хотелось бы иметь, да, уже слишком, уже ветром уносит. То есть здесь нужно прислушиваться к себе, присматриваться к себе и спрашивать себя, а хочу ли я, чтобы еще вес снижался? Но просто всегда нужно иметь в виду, что он не будет снижаться вот так катастрофически, как он это делает в первые дни. Поэтому следить за весом следим, но в первую очередь, конечно же, смотрим за самочувствием, за, в общем и целом, нашим внешним видом, за то, как мы выглядим в плане энергии и блеска жизни. То есть вот этот блеск в глазах, вот этот жизненный блеск, он обычно присутствует у человека, когда тело очищается, и вот эта вот радость такая, и светящиеся глаза, это все очень ярко выражено на очищении. Если же вы видите, что глаза потухли, и что-то у вас настроение не очень, вот, это повод задуматься о том, что, возможно, может быть, даже и пора и прекратить условное голодание, если оно вам вот как-то не заходит.
Итак, вывод сделали, да, не переживаем, спокойно, спокойствие, только спокойствие, с весом все будет нормально, будет так, как нужно. И сейчас затрону еще одну тему, которую я назвала усиление процессов очищения и притормаживание процессов очищения. И сейчас объясню, для чего это нужно. Ну вот первое усиление процессов очищения, оно как раз может быть привязано к остановке веса, да, к остановке его снижения. То есть если вес остановился, а вам очень хочется, чтобы он продолжал снижаться, можно попробовать выждать один-два дня, ну, может быть, три дня, да, выждать. Это вам на будущее. Это не к нашему сегодняшнему курсу, который мы заканчиваем через три дня, да, выходим из условного голодания, а на будущее. Если вы делаете его более длинным, 21 день или там больше, на будущее имейте в виду, что если наступила остановка снижения веса и прошло 1-2-3 дня, вы чувствуете себя, ну, нормально, все хорошо, да, с энергией, но вот вес стоит, и вам хочется, чтобы он продолжал снижаться, можно сделать такую штуку, как усиление процессов очищения. В принципе, это нормально. Ну, знаете, как бы дать понять организму, что еще игра не закончена. Товарищи, мы еще пока не закончили, да, мы еще продолжаем. То есть такое, дать ему небольшой волшебный пинок, но обязательно выждав несколько дней. Потому что эти несколько дней, они совершенно точно нужны телу для передышки. Запомните это. Дайте ему хотя бы пару-тройку дней передохнуть. И вот потом, когда вы видите, что все хорошо и хочется процесс запустить дальше, вы делаете усиление процесса очищения, которое выражается в том, что вы снова делаете тюбаж, как будто бы повторный вход. Принимаете сульфат магния, делаете тюбаж, и как будто бы у вас снова начинается условное голодание. Эта практика довольно распространена, но касается она, конечно, в первую очередь тех, ну, во-первых, кому можно делать тюбаж, да, у кого нет камней в желчном, кто нормально переносит сульфат магния, и тем, у кого действительно много лишнего веса. Вот действительно еще прям есть куда снижать, и прямо это очень так очевидно глазу, да, вот вам очень хорошо спустя неделю сделать вот такой повторный день тюбажа и тем самым усилить процесс очищения и подтолкнуть себя, так, запустить новую фазу. И, естественно, вес, конечно же, начнет снова снижаться, и какое-то время он будет снижаться. Что еще можно сделать для усиления процессов очищения? Можно усилить прием цитрусовых и кислых соков, которые тоже усиливают процесс, да, можно чаще сделать эти согревающие процедуры, я имею в виду баня, сауна, потение, и можно усилить немножечко физическую нагрузку, но опять же не до умопомрачения, а в пределах разумного, чтобы усилить кровообращение, чтобы усилить лимфодвижение, то есть немножко более активным стать для того, чтобы продолжать снижать вес. Ну и, конечно, продолжаем принимать слим-сессии. Слим-сессии – наша волшебная эфирная смесь, которая помогает нам снижать вес. Вот такие меры мы принимаем, чтобы все-таки процесс двигался. И теперь о том, когда нужно притормозить процесс очищения. Да, вот как ни парадоксально, но иногда встречаются и такие ситуации, когда необходимо его притормозить. Это бывает в тех случаях, когда у человека довольно сильно обостряется какое-то хроническое заболевание. Ведь оно обостряется не просто так, а на фоне очищения организма. И чем активнее идет процесс очищения, тем ярче может быть выражено это обострение. Но поскольку, как я вам говорила, эти обострения обычно не бывают долговременными, они, да, имеют тенденцию к утиханию, но тем не менее бывают ситуации, когда подзатягивается это обострение, да, это доставляет неудобство, это боль какая-то, это дискомфорт, это, ну, психологически это человека раздражает. Поэтому можно притормозить процесс очищения, чтобы
приглушить вот эти симптомы, да, обострения, снять вот эту нагрузку элиминационную своего организма. И что мы тогда делаем? А мы можем что-то такое предпринять, чтобы запустить процесс пищеварения. Возможно, начать пить соки с мякоти. И делать такой плавненький выход, но такой очень-очень ненавязчивый. То есть вот буквально там на уровне соков с мякотью и рассасывание каких-то мягких плодов, фруктов, ягод вместе с мякотью. Чтобы это было, с одной стороны, продолжалось очищение, потому что питание полностью очищающее, а с другой стороны, чтобы запустилось пищеварение, и чтобы организм снял нагрузку с процесса очищения и перевел ее, да, часть нагрузки энергии, на процесс пищеварения. Потому что пищеварение – это тоже процесс, который требует вашей энергии. Вот. И таким образом вы снимете, да, вот эту часть нагрузки на систему очищения, перераспределите ее, и процессы, симптомы обострения хронического заболевания будут постепенно ослабевать и сойдут на нет. Это не говорит о том, что вы выздоровели, да, что вы избавились от своего заболевания. Вы просто опустили его в стадию ремиссии, но вы от него не избавились, потому что причины остались. Но это всего лишь ваш опыт, который показал вам, как процесс очищения воздействует на вашу хронику. И с этим опытом вы пойдете дальше. И вы уже будете дальше знать, как в следующем курсе вам себя вести, когда снова проявится обострение, и как вам себя вести с ним. То есть сможете ли вы его терпеть и как-то купировать, да, симптоматически, либо вам нужно будет снова понизить, да, процесс, ослабить процесс очищения и усилить процесс пищеварения. Вот это вот нужно обязательно знать. Знаете как, не надо быть упрямцем, потому что вот встречаешь такие ситуации, когда у человека что-то обострилось, вот у него болит прям, да, что-то там, или гастрит, или, я не знаю, что-нибудь там с ЖКТ, или суставная боль очень сильно не проходит. И он говорит: нет, я буду терпеть, я буду продолжать, потому что я хочу оздоровиться. Поймите, еще раз говорю вам, что за один курс невозможно оздоровиться. Возможно только начать процесс оздоровления, но полностью выздороветь за один курс невозможно. Поэтому, если вы будете упрямиться, несмотря на сильную боль, дискомфорт, продолжать упорно, продолжать очищаться, хорошего ничего не получится, вы только загоните себя в состояние там боли, шока и полного психологического разбаланса, и в следующий раз у вас будет просто негативное отношение вот к этой процедуре очищения, и вы просто будете бояться в нее вступать. Поэтому не надо упорствовать, не надо упрямиться. Если возникла такая ситуация с обострением, остановите процесс очищения, начните питаться, но в следующий раз, в следующий курс, совсем не факт, да, что это снова будет точно так же, и это снова обострится, и вам придется курс прерывать. Вполне возможно, что в следующем курсе у вас обострение вообще не случится, или оно будет кратковременным, и вам удастся его погасить симптоматически, и вы спокойно будете продолжать свое очищение. И вот так из курса в курс вы будете наблюдать, что происходит с вашей хроникой, как она себя проявляет, и будьте терпеливыми, проявляйте уважение к своему телу и не вгоняйте его в какие-то чрезмерные страдания без всякой на то необходимости. Я очень надеюсь, что я была сегодня услышана. Продолжаем наше условное голодание.